Итак, всем привет, меня зовут Денис. Мы на канале Friday Let's Play. Мы продолжаем играть в игру Strikers. Бродячий. Во, так бы проще. А, ну да, ему куртку надо принести. Я должен как-то проникнуть на базу. Я не помню. Как? А ну. Что значит не понял? Что такое, не понял? Что у меня. О! То, что ухо левое отлетело. Ага, не а ему что можно показать? Подожди, а что ему показать ему? Ни хрена ему не показать. Ладно, цветок тебе тоже не нужен. Не хочешь, как хочешь. Себе оставлю. А что у нас? Сюда ж некуда, нет. Так. А что у нас здесь? Светится. А как туда попасть? Ага, вон дверь. Да? А ну, спрыгивай. Рыжий. Ух ты, это... притормозил. А тут замок. Ладно, подожди, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, спросим. Ну, не то. Куртку рабочего. Да ну ладно. Шутишь? Ты опять что-то продавать, покупать? А магазин у нас туда. Я ж кот, мне ничего не будет. Правильно. О, вставить кассету мало. Я понял. Я понял суть. Подожди, нас ты, блин. Ну. Не понял. Я думал, он что-то стыбрит. Фонарё. А, вот он. И каска. Стоять. Жилет-то да, где каска? Тихо. Кассета. А каску где взять? Нет. Это не я. Где каска? Не понял. Нек, это понятно. Магазин тут один, да, я так понимаю. А где ж каску взять, а?
А ну чувак, мать. Это понятно. На тебе вот это. Нет. Не нашел я каску. Где каска? Херакс? Херакс? А где каску достать, а? Вау! Слушай, дай каску. Каску дай. Где ж каску взять, а? Где взять каску? Где каска? Каска. Дайте мне каску. Что, обалдел, да? У тебя там микросхема не за это самое, не закоротила. В розыске, чувак. Не, ну тут точно нету каски, да? Вау! Какой шлем. А стрелять как? Вот той ерундой. На всякий случай. Где ж каска, а? Я-то... Это шо у нас? Кафешка. Я-то понял, что в магазине. Ну так, а где магазин тут? А сюда я могу зайти? Опа-на. Салют, парни. Ля башка. Это понятно. Это я понял. Вот это. Ха-ха. Обалдеть, без башки, чувак. Может, ты не поможешь? Понятно, не поможешь. Магазинах. Так тут один магазин. Каску где? Где каска? Там мячики, всякая ерунда. Может, тут кто-то забыл, не? Шо? Ля. Гитара. Прикольно. Представляю, какой звук у нее. Ну, здесь нету каски. Там наверху на башке нету, и тут наверху нигде на башке нету. Фу, жилет нашел. А где ж, блин, эту каску, черт, вот тут есть. Нет. Кофе. Ну, сверху посмотрим. Сигай. Получше. Нету. Нифига. Стой, что-то тут нету. Где-то же оно должно быть, правильно? Это что? Это же игра в кальмара? Что ты придишь? Клуб у него закрыт. Не пойму, подожди, стоять. Вот тут ребята работают, правильно? Здесь каски нет, естественно. Чувак, дай каску. Дайте дам цветок, а ты мне каску. Здесь. Как туда попасть, интересно? Там замок не висит. Но и каски здесь нет. Да что такое? Ну а ну запрыгни. Опа, опа. Не? Да чтоб тебе. Тихо. Не, туда не. О, можно. Херакс. Годится. Херакс. И ничего. Совсем. Вообще пофиг.
бессмысленная затея только что была. Может, тут как-то где-то что-то. Да. Фига себе. Прыгун. Да не, ну нету здесь каски не денешь. Хоть прыгай, хоть не прыгай. А ну, это ж тоже магазин, да? Или нет? У тебя каски нету? Где сумасшедшие люди спрятали каску? А что это такое? А, понятно. А где она летает? О, может тут где-то завалялось? Слышишь? Нет. Да тихо, чё ты. Меня нету. А я оттуда пришел, да? Не отсюда уж, нет. Это хорош. Бля, мелкий. Ой, ё, как шумно. Бля, тут пристало. Отвяжись. Так, тут нету. Сюда пошли. А тут вообще закрыто. А что, если я подру, откроют? И... Не понял. Так а шо? Ой. Да знаю, чипись в курсе. Говорила, что иду на работу, ля-ля-ля-ля. И ноль внимания. А ну, а может тут? Слышь, дай каску. У тебя есть каска? А где у нас еще есть? Вот это что-то тут темное такое. А, я уже тут был. Тут ничего. Ля, компьютера сколько. Все работают, ёпт. Слышь, мужик, дай каску. Был, был, толку с этого. Мне каска нужна. Велосипед. Юкрайн, наверное. А тут что у нас? Есть каска? Никто не хочет каску мне давать. Ни каску, ни каску. Что это, подожди, это не магазин, случайно тут? Nope. О, чувак! А, у тебя шапка. Блин, думал каска. Я думал, скинтилися, даст что-нибудь. Тут, ох, сколько картин, нихрена себе, красивый. Каска мне нужна, чувак. Не пойдет, нету. Что, нигде не мани, ничего. О, давай включим музыку. А. Извиняйте. Здрасте. Как ваши дела?
Я вижу прекрасно. Электрический храп. А, вон у него жилет. Получается, я мог взять жилет просто, не воруя. Поспешил. Капец, как я мог. Ничего себе, я его убью. Не, он просто свалил, а толку? Подожди, подожди, подожди. Наверное, я должен идти за ним, да? Может, у него каска где-то есть. Интересно, а что он... А что они хавают? Что они пьют? Просроченное масло? Что их так шторит? Сюда можно зайти? Нет. Тихонько. Все нормально пошел. Давай, давай, давай. Бери меня и пошли. О, годится. Да ну, я вообще до этого не додумался. А куда мы идем? Сюда я и сам бы зашел. О, тут шапки. Или не зашел бы я сюда сам. А вон и каска. Все, годится. Вот это я понимаю. Придумали так придумали. Чувак, у меня есть каска. Нашел, на. Сам знаю, что отлично. Давай, давай. Где он, интересно, меня перенесет? Тоже мне. Так, запрыгиваю коробку. Ага, хорошо. Да хорош, прыгай. Нормально, рабочий такой, в цепях весь. Влад мой рабочий. Сейчас главное тихонько не пернуть. Интересно, что-то подозрительное. Куда идти? О, тут следопыты, я смотрю. Да. Угу. Так, не будем спешить. Спешка — это плохая штука. Раз, побежали, 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 побежали. Охренеть. Раз, два, три, четыре, пять. Ты шо фартануло? Ага, мне надо... сюда. Так, а тот как того пройти? Ага, вон, понятно. Раз, два, три. Тихонько, тихонько. Так, это есть. Сохраняшки пока весь не было, это печально.
А он просто крутится, да? А это мне выбирать, куда идти? Давай сюда. Зря, да ладно. Да чтоб тебе. Не понял. А, вон. Стоять. Ого. Там еще, ну, логично, как бы, да, что там будет еще. О, как понятно. Ага, сюда прыгнуть нельзя, понятно. Приготовились. И оп. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Обалдеть. И сохраняшки все еще не было. Что ж тут на заводе? Та-та-та-та-та, подожди-ка. Мне надо осмотреться. Ага. А, это быстрый выход, понятно. А смысл его просто вот так обошел, да и все. Тут уже не обойдешь так. Стоп-топ-топ-топ-топ-топ-топ, ёпты. Шо это? Так, тут не пройти, и тут камера еще добавила. Здрасте. Мазать нельзя? Нет, нельзя. А, тот разговаривает. Все, понятно. Надо, значит, туда чуваку прийти. Отлично. И как я перебегу теперь обратно? Может, знак как-то нападать? Как? Вот ё-моё, ошибку сделал. И что мне делать теперь? Куда она улетела? Я ж теперь не смогу обратно перебежать. Поспешишь? Всех полку. А, ой, ё-моё, чехлы надо снимать про вовремя. А что я, разве меня не заметят? Или это какой-то как гудит. Оп, оп, тихо, что ты обратно. Ты что делаешь? О, может, вот так надо? Да иди ты. О! А что это такое? А что здесь? Здрасте. Забор покрасьте. Ага, значит, все-таки в любом случае нужна бочка. Так, ладно. Загадка, так загадка. Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь. Включить, выключить, аж включить. И что ты? А, ты за мной будешь ходить?
Вау! А что это такое? А сюда запрыгнуть не могу, да? Нет. Так, подожди, если я поставлю бочку, тогда я смогу открыть стол после того, что я смогу открыть, правильно? Не, иди сюда. Все, стой здесь. Сюда, к примеру, я поставлю этот сам. А, еще вон он. Паренек один. Так, бочка. О, тихо, тихо, тихо. Бочка в любом случае нужна. Ага. Так, подожди, бочка-то нужна. Это что такое? Что оно такое? Ничего такого, чтобы поломать можно. Его, наверное, не сюда, ему сюда надо. Туда я стану, и шо, и толку. Надо, чтобы бочка туда проехала. Как это сделать? Бочку можно развернуть? Нет. Бочка не разворачивается. Никак не двигается, ничего ты не сделаешь. Но она может проехать, в принципе. Я не успею. Так куда там? Это специально сделано. Чё она, не пойму, подтормаживает? Нормально FPS, она тормозит. Якого дитька? Не, бочка — это выход-вход. Больше ничего. Все, от бочки отстали. Бочку отставили. Это спуск вверх-вниз. Возможно, хватит только три положения. А возможно... У меня просто мозг сейчас не варит, потому что вечер. Поехали. Иди сюда. Кавабанга, ёб твою мать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Теперь иди сюда за мной. Нет, стой, вот сюда заезжай. Молодчага. Теперь сюда. Так, теперь бежим сюда. Ля, какой ты умный. Теперь вот так. А толку? Да? Я же если сойду, то все. Натуре. Вот какой-то бочка. Да тихонько. А, это батарея. Приплыли. А, все остановилось.
Так, получилось, окей. Быстро выходим отсюда пока. Ага. Куда? А, о. Ага. Да ладно, что так просто? А кому я должен отнести батареи? Что это? Забыл. Это я понял. Клементина, я очень обманул. Клементина. Эх. Вспомнить бы, кто такая Клементина. Подожди, Клементина, Клементина. Ёлки-моталки. Не помню. Вот тут она, да? Опа, здрасте. Не понял. А что делать и как попасть теперь? Надо наверх, да? А как наверх забраться? Или мне не надо наверх? Но я пройти явно не смогу, да, получается? Или смог? А, смог я. Здрасте. Как вовремя. Вау! Ты иди ты в козе в тапочек, ничего не знаю. Ох, вот ты, ни хрена себе. Я понял. Так, ладно, дубль 2. Обалдеть. Клементини, Клементини. А что ж она сделала, это Клементини? То, что танцует, дергается сбоку. Так, сюда. Сюда. Так, вот так. Давай, бежал. Теперь так. Быстрее, быстрее, давай. Клементина у нас наверху. Здрасте. Понятно, надо обойти. Кто б сомневался. Никто, конечно. А толку? Вау, ты летаешь там. Ва-тю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 . Я тебя понял, зачем тут коробки. И что мне делать?
То все, вали давай. Тут-то самое. Фух, так, теперь еще один этаж. Здрасте. А там я ничего не сделаю, да? Так, ладно. Ага, перейти можно. Стоять. Я почти добрался. Годится. Все, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем здоровья.